Добрый вечер. В эфире информационная программа «События» в студии Нина Спиридонова. Сегодня в выпуске. ГАИ проводит специальное комплексное мероприятие «Пешеход». Основанием стало увеличение количества ДТП по вине пеших участников дорожного движения. Эпидемиологи рекомендуют третичанам помочь своему организму противостоять инфекциям. С целью профилактики есть овощи и фрукты, принимать витамины, гулять на свежем воздухе. Центр допризывной молодежи «СКИФ» отметил свой юбилей. Со дня образования центра исполнилось 20 лет.